Гешка, чё? Будешь сознаваться в содеянном, нет? Короче, у нас вот стоят мои ботинки зимние, вот стоят Хозины зимние ботинки. А поскольку у нас Геша любитель обтираться шеей об разные предметы... Ты опять самоубиваешься? Вот зачем ты это делаешь, а? Вот он обтирался шеей, короче, об Хозины ботинки. И вот получилась классика жанра. Геша, я тебе говорила, твоя эта привычка до добра не доведет. А я тебе говорила! А тихо ты! И сидит на коврике такой, сидит. Гешка, вот что ты за чучело такое, а? Да и все. Притом он чувствует, что что-то не то. Видите, такой сидит. Хотя мы его и не ругали, ничего ему не говорили. Он такой сидит вот с виноватым видом. Да пустяки! Дело-то житейское. Гесюндель. Это не ты был, да? Ты мой хороший.